Наши города, особенно, ну, мы же говорим сейчас о Рязани, Киеве, да, и так далее. Вы поймите, у наших тогдашних феодалов был, в принципе, опыт общения с западными коллегами. Ну, то есть, и все понимали, что такое осада. Все понимали, да, что мы подходим, строим вокруг городки, перехватываем дороги, осаждаем крепость. Потом мы с этими ребятами торгуемся, ведем долгие переговоры. То есть, ведь никто не стремился, там, вот, допустим, если посмотрите историю Западной Европы, там такого, чтобы кто-то там на стены лез, там, знаете, как укушенный, там, кидался. Это очень редко бывает. То есть, в основном все старались решить осадой, то есть, чтобы минимальные потери были. Потому что вам же город надо захватить. Ну, как бы, чтобы забрать там какие-то ценности. А если вы подожжете, да, деревянный город, что вы там заберете? Головешки, трупы жареные собирать, кому это надо? Никому не нужно было. Поэтому к тому, что монголы будут, в принципе, штурмовать укрепления, наши были не готовы. То есть они, в принципе, этого не ждали от них. То есть вот были укрепления, да, красивые башни, все там, все, соответственно, это есть, да. Все как думали, приедут монголы, как и до этого многие друзья приезжали, там, половцы, даже русские князья друг к другу в гости ездили. Они город окружат, потом будет какой-то торг, да, мы там где-то с ними на вылазках посражаемся, и, может быть, мы с ними либо договоримся, либо они устанут и уйдут. Ну, может быть, будет попытка штурма, может быть, а может быть и не будет, их не так много. Если вы посмотрите именно Русь, допустим, историю взаимоотношений древнерусских княжеств, да, а там штурмов-то нет, все полевые сражения, а штурмы, где штурмы? Никто никого не брал, не пытался киевский князь Рязань сжечь, Рязань не пытался Киев сжечь. Потому что зачем сжечь, это же город. А для монголов, в принципе, сам по себе город не являлся ценностью. То есть для них он вообще, он им не нужен, они в нем жить не собираются. То есть они кочевники, им город не нужен. Вот. И для них как бы это было не ценность. Поэтому они, например, ведь деревянную крепость, ее как берут, да, там, часто думают, вот, как поджигали, да, там, что там, из лука стрелять. Да не надо из какого лука стрелять. Вам достаточно под щитами подойти, под стену, под деревянную, дров наложить, дегтем облить, поджечь. И сила тяги будет такая вдоль стены, потому что когда думают, да мы сейчас там из ведер зальем водой, вы даже не подойдете к ней. Сила тяги вверх огня будет такая, что вы с ведром не подойдете, чтобы вылить. Бронзбой-то уже не было там, чтобы поливать издалека. А брызгать вы не сможете. Плюс они, по-моему, стрелять будут. Они не дадут вам подойти, чтобы вы выливали. Соответственно, они просто подходили, поджигали стены, да, там, прогорали проломы, через них влезали и рубили там всех, кого могли. То есть, плюс еще не надо списывать со счетов полученный опыт в Китае. То есть ведь они же очень успешно применили против Древней Руси, это не секрет, китайских военных специалистов, которые имели опыт штурма городов. То есть делали специальные машины, вот эти камнеметные, да, пороки так называемые. Опять же, у нас они в принципе были известны, ну, в принципе, что они существуют на свете. Но опять, у нас же никто их не применял друг против друга, а потому что не нужно было. Зачем? Нам надо город в принципе захватить, чтобы деньги платили. Значит, феодализм. Зачем там кого-то убивать, жечь? А это совершенно другие люди, у них другие мотивации, и им этот город не нужен. Им надо максимально напугать, чтобы максимально платили дань. Вот как бы все. А город, они в нем жить не собираются. Поэтому они его жгли, совершенно спокойно ломали. Вот. Опять же, была еще практика такая, что, например, монголы, они же, ребята были достаточно умные, и что они делали? Они же от всех покоренных народов брали военные контингенты. То есть, например, мы покорили енисейских кыргызов, да, монголы их покорили и заставили служить. 40-тысячный енисейский кыргызский корпус вместе с монголами пошел на Древнюю Русь. Хотя Древняя Русь енисейским кыргызам вообще ничего не делала. Вообще. Даже не знала их существования. Они взяли к нам, приехали, за дом сожгли кыргызы эти прекрасные. Понимаете? Вот. То есть, вот что им сделал за дом? Ничего. Им приказали. И вот вы поймите, для монгольского военачальника кто гораздо ценнее? Родные монголы или покоренные енисейские кыргызы? Ну, наверное, монголы, да, логично, как бы, предположить. Поэтому вот на стены-то лезли, в основном, не монголы. Это лезли те покоренные народы, которые были захвачены в предыдущей военной, ну, порабощены, да, то есть, соответственно, вы захватили Волжскую Булгарию, вот вам булгары, там, какой-то корпус, да, потом захватили вы Рязанское княжество, набрали там военных, вы не думайте, что там прям все такие были, это, что там, нет, все, я за родину умру. Родины-то не было, был феодализм. Кто победил, тот и князь, значит, Бог помогает. Монгольский князь победил, значит, монгольский князь лучше, ему Бог помогает. Не исключено, что были какие-то контингенты, даже из, в принципе, из этнических славян, которые участвовали в этих боях уже далее, ну, постепенно, да, наращивая контингенты. Точно так же, как потом наши воинские контингенты участвовали в походах на Запад вместе с монголами, потому что это феодализм. То есть мы как бы все участвуем вместе. Мы же в одной. Это, знаете, как вот у меня был смешной случай, это лично со мной произошло. Мы однажды сидели в компании, и с нами была девушка из Таиланда, тайка.
Ну, она, мы все там вроде как историки, там что-то такое понимаем. Она говорит, она понимает тост и говорит, я хочу выпить за то счастливое время, когда мы, тайцы и вы, русские, жили в одной большой счастливой стране. И выпивает. Я говорю, когда ты чего? В какой счастливой стране? Она говорит, погоди. Вас же, говорит, монголы победили. Я говорю, ну да. Она говорит, ты нас победили. И мы, говорит, 80 лет были в одной стране, в Большой Монгольской империи, счастливо жили. То есть, мы, вот, я только думаю, а ведь она права, реально, действительно, у нас один хан был, то есть, вот, потом, правда, разошлись там судьбы, да, ну, а по сути дела, мы с ним реально почти 100 лет были в одной стране. Конечно, в гости не ездили, но тем не менее. Поэтому, как бы, монголы, они, этого просто никто от них не ожидал. Вот это была главная проблема. Вот просто, что они, в принципе, будут эти города жечь, там, и зверские. Хотя, опять, вот смотрите, например, есть же пример Козельска, да, известный злой городок, да, когда, как бы, город-то маленький, да, и вроде, как бы, казалось бы, что там, мы его сейчас возьмем. А это, наоборот, послужило проблемой, что он маленький. Почему? Потому что, когда протяженность стен большая, да, вы в каждом конкретном месте трудно создать перевес. То есть они могут где-то поджечь, они же могли с разных сторон поджечь. И, соответственно, вы не знаете, где они пойдут на решительный штурм. А когда периметр стен маленький, гарнизон плотный, да, то есть вы, в принципе, городок маленький, вы, в принципе, из одной башни весь город этот видите. Соответственно, с какой бы стороны ни пошли, вы тут же вот перебежали там 50 метров, и вы вот здесь опять в большинстве. То есть, и это, наоборот, им послужило злую службу. То есть им большой город было, в принципе, наверное, даже, может быть, и легче взять. Потому что, как бы создав вот эти угрозы с разных сторон, они в каком-то конкретном месте могли создать. Такой длинный периметр стены очень трудно оборонять. Это, кстати, одна из проблем вообще, в принципе, крупных вот укрепленных пунктов. Когда, почему, например, в 19 веке ушли от практики вот сплошной вот этой стены, а стали делать форты, да, вот, ну, уже позже гораздо, да? Именно поэтому, потому что форт, он маленький, гарнизон маленький относительно, да, и он все вокруг простреливает, и получается, все равно мимо него не пройдешь. А штурмовать его трудно, потому что он компактный достаточно и будет обороняться. А если вы просто длинную стену построите, да, вроде кажется, мы все огородили, а в каждой конкретной точке этой стены вы будете в меньшинстве. То есть у вас только прибежит 5 человек, а их там 100 лезет. И что вы сделаете? И вот большие города, они как раз стали жертвой вот этой вот практики, что у нас город вырос, ну мы его еще стеной окружили. Еще вырос, мы еще. Вот у нас там растет там, это Киев, Москва, вот оно все больше. И нам кажется, что все страшнее, да, там башни больше. А когда сталкивается с реальной военной ситуацией, оказывается, что это не преимущество. Вот, и как бы вот так, к сожалению, все складывается.